Три подростка погибли в Кизлярском районе при опрокидывании автомобиля, сообщает МВД Дагестана. Трагедия произошла накануне ночью около поворота в село Михеевка. 17-летний житель, управляя автомобилем «Лада Калина», не справился с рулевым управлением. Он и его 16-летний пассажир-односельчанин скончались на месте. Второй пассажир, 15-летний подросток, с травмами был доставлен в центральную больницу Кизляра, однако позже скончался. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения.